Будет ли Россия помогать США после ее краха? Знаете, что я могу сказать? Там вот в целом, все-таки, скажем, думаю, что ну, вы знаете лучше, чем я, но кстати говоря, по поводу вот я сейчас во Франции был, мне тоже вопрос задавали. Но вообще... Я благодарю всех зрителей и слушателей нашей программы, тех, кто прислал свои вопросы, и тех, кто собрался здесь сегодня в этом зале. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо.